Приветствую вас на канале Asmodee Play. Мы продолжаем играть Call of Duty Assassin's Creed первая часть. Мы сейчас вроде как последнего надо убить. Ты хотел знать о Сибранди? Давай. У Карама есть кое-что интересное. Тебе стоит разыскать его, да не мешкать. Хорошо. Вот он, да? Ну, так-то недалеко. Если по общему брать, то недалеко. Единственное, что он может быть высоко. Давай, 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 давай. Беги, беги, беги. Ну, кого-то тут надо будет нахреначить, что ли? Ну, это не суть важно. Вот он уже близко. Что это с ним приключилось? А вот. Секрет. Убирайся, черный. Заткнись. Вот он. Я тебя вижу. Мир и покой тебе, брат. Я искал тебя повсюду. Это письмо я украл сегодня утром. Конечно, не искал. Его. Все меня искали, никто полезным. Найти только не может. Так, давайте, пока мы здесь рядышком. Что у нас? Задание информатора. Вот, допрос. Он... Морду набить надо оратору. Все корабли передаются Тевтонскому ордену. Оратору морду набьем. Тут, кстати, со стены прыгать сразу туда в порт можно. Попасть. Да заткнитесь вы. Все пришвартованные суда немедленно разгрузить и покинуть. Капитанам подойти к представителю. Вот здесь со стены прыгайте, там сток сена, и вы сразу будете там. Это когда за боссом пойдете. Собой судно будет сурово караться. Все, проорался? Ну пойдем. Так, 3-4 бандита, нет. Нам столько не надо. Эти падлы заступятся за него. Вот еще один. 5. Пошел вон. Где тебя долбить-то? На. 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 Давай. У кого соплей больше выбить? Виноват. Я лишь исполняю приказы. Хочешь вернуть корабль? Обращайся в суд. Мне нужно не это. Трансбурске. Сибранд забрал около сотни кораблей. Для чего? Блокада. Они выйдут в открытое море и встанут периметром. Зачем? Салах-ад-Дин собирается атаковать с моря? Нет, он тут ни при чем. Все это, чтобы помешать Ричарду привести подкрепление. Зачем человеку Ричарда действовать против своего короля? Не знаю. Спроси Сибранда. Это его приказ. Я лишь оглашаю его. Теперь, пожалуйста, отпусти меня. Да я сейчас. Сказал все, что знаю. Извини. Не хочу, чтобы ты проболтался. Так. Сваливаем. Что произошло? Так, что у нас здесь сразу? А сразу задание информатора. Берем. Моя семья на краю гибели. Подарки. Господи, что он делает? Где ты? Они впустили тебя в город или пришлось сражаться? Ой, прости мои манеры. Мне необходима твоя помощь. Я вчера крепко напился в портовом борделе и оскорбил жену тевтонского рыцаря. Ну, по крайней мере, так говорят. И теперь рыцари меня ищут. Ты поможешь? Если ты успеешь вернуться до того, как я уйду из города, обещаю поделиться с тобой своей мудростью. Так, завалить надо, значит. Угу. Так, вот это первый. Интересно, никто не хотел.
Так, за забором, помню, вот за этим второй. Кто это сделал? Покажись! И вот здесь третий ходит. Где ты? Вот здесь вот где-то. Вот он. Так, берем флаг, ныряем за забор. Все, чтобы нас не видели. А теперь главное ни на кого не наткнуться. Тихо. Че вы разорались? Ты везучий человек. Остался в живых, и я все еще в Акке. Вот что я тебе скажу. Опаснее пьяного матроса только разозленный пьяный матрос. Конечно, это немного, но я знаю, что ты мудр, и это тебе поможет. Чем? Хрень полная. Так, задание информатора эскорт. Ну давайте сначала... Эскорт. Эскортницы много получают. Вот и я, надеюсь, получу достаточно. Чего это он так торопится? Почему вы все беспокоитесь за меня? Чё-то все... Хочу бегаю, хочу не бегаю. Интересно, что он за тип? Ваши-то... Какие проблемы? Ты? Ну, конечно, я узнаю эти одежды. Не тянись к мечу. Я тебе не враг. Мне нужна твоя помощь. Я перешел кое-кому дорогу, и теперь этот человек хочет меня убить. Подробности не важны, но знаю, он заслужил это. Проводи меня к городским воротам, и я награжу тебя. Кто там мучается? Серит за углом. Алкаш, падла. Я думал, ты душевно больной, ты алкаш. Почему вы на меня нападаешь? Ни на кого больше не нападаешь, а на меня нападаешь. Да тихо, ну. Я не дам тебя убить. Не беспокойся, смотри, какое крутое. Я на кошках тренировался. Ну, выпущите меня гости! Я нашел его! Все, пойдем. Я даровал одному жизнь там, правда. Сейчас он под ногу приведет. Ну что, нормально же пока идем. Вот еще один, который может помочь кому-то. Секрет. Что это было? Кто убил? Я отсеку тебе голову. Давай, кто, где? Оставляй меня! Стража! Он только что убил человека! Вот так. Не беспокойся. Твоя-то жизнь, надеюсь, умеет восстанавливаться. Ты вообще умеешь еще двигаться побыстрее, поживее там? Нет, умоляю, не уходите, подайте пару монет. Да заткнись, пошла ты нахрен. Моя семья на краю гибели, подайте хоть немного. Уйди. Пару монет. Я деньги. Прошу всего лишь пару мне тоже монет. Нужны. Я прошу всего лишь пару монет. Пошла ты нахрен. Гибели, подайте хоть немного. Моя семья на краю гибели. Я хочу есть. Я так голодна. Да уйди. Подайте хоть чуть-чуть. Ну поджать тебе по рылу не дать. Творение такое. Прекрасно. Теперь я в безопасности. А, награда. Вот, держи. Эта карта хорошо послужила мне в свое время. Надеюсь, тебе она тоже пригодится. Так, карту... Карту я получил. Что мне эта карта дает? Ни хрена не дает. Давайте подслушаем разговор лучше. Дело все хуже. Его паранойя не знает границ.
Он удвоил время смены, не поспишь. Тут было лучше, пока он здесь не поселился. Он планирует что-то на море, поэтому и переехал сюда. Что планирует? Что все это значит? Вы двое там в углу, чего перешептываете, что-то затеваете? Ничего такого, мы просто... Просто что? Что вы скрываете? Вы не поняли? Проклятые ассасины! Они, наверное, даже сейчас наблюдают за нами! Тебе смешно? Смешно? Ладно, смейся, пока можешь! А у мужика-то паранойя. Которые? Все, что есть! Но у нас нет людей. Найдите! Отзовите рыцарей из боя, если придется! Ну, как в жизни, как в армии. А где, а как? А кого им колышет? Че, как, где ты что возьмешь? Иди и делай. Так, и последнее у нас кража. Нет, умоляю, не уходи. Давайте. Грязные убийцы! Стой его только толкнуть слегка. Интересно, что он затеял. Тебе не убежать! Почему? Опа! Что, не получилось? Ну давай, давай. Беги, беги, беги. Тебе нельзя сюда. Да я знаю, что мне нельзя. Друзья мои, ваши поиски закончены. У меня есть все, что вы можете пожелать. Сюда, сюда. Позволь, я покажу тебе мой товар. Передайте ему, я сказал нет. Нечего вам, проклятым воителям, здесь крутиться. Послушай, старик. Нет, опять это ты меня послушай. Вонючий. Это моя собственность, не его. Будь он хоть самим Христом. Стражу толкайте. Это почему не толкаете? Это приказ. Забавно. Что ж он не прикажет, чтобы его вывезли из этой дыры? На этом пирсе не будет того хаоса, что он устроил в доках. Просто прочитай письмо. Тебе понравятся его условия. Мне это надоело. Слушай, я обдумаю его предложение, но сомневаюсь, что мое мнение изменится. А теперь вон отсюда. Падла вонючая, я так и знал. Вот все. Спокойно. Идем в бюро. В бюро находок. Пошла нахрен. Твари вонючие, как вы меня бесите. Он точно разобьется. Я вовсе не собираюсь. Они, наверное, кто эту игру-то придумал специально, наверное, этих нищенок, чтобы они выбешивали. Навтыкал их там. Он, похоже, спешит. Ну, конечно. Вот оружие наших врагов. Не слушай. В отличие от вас, я делом занят. Очень странный тип. Да, согласен. Оп. И привет, вот он я. Айр. Что нового? Аль-Муалим назвал следующего. Зовет себя Сибрант. Знакомое имя. Голос молодой у старца. Новый тевтонских рыцарей. Он живет в венецианском квартале и управляет портом Акры. Да, я знаю это и даже больше. Продолжай. Говорят, Сибрант поглощен страхом. Сошел с ума, зная, что его смерть близка. Он закрыл район доков и прячется там, ожидая прибытия своего корабля. Это осложнит нашу задачу. Интересно, как он узнал о твоем задании? Люди, которых я убил, замешаны в одном деле. Аль-Муалим предупредил, что им все известно о моих делах. Будь осторожен, Аль-Таир. Буду. Аль-Таир? Да, Рафик. Я должен извиниться. За что? За сомнение в твоей преданности делу.
Нет, это я сошел с пути. Я мнил себя выше Креда. Ты ничего мне не должен. Как пожелаешь, друг мой. Ступай с миром. Окей, на. У вас будет его ДНК. Перемотка на более поздний участок памяти. Так, мне надо чуть влево взять. Так, подожди. Раз. Оп. Есть немножко. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Уходи, честно, как тебя не выгнали силой. Ага, взял влево нахрен. Что-то я как-то хреново влево брал. Ничего не нашел? Поверь, здесь такого не случится. Так, он где-то здесь. Давай, уничтожай старика. Вы ошиблись, господин Себрант. Я никогда никому не желал зла, и тем более вам. Говори, что ты так, но никто не может за тебя поручиться. Как это понимать? Я живу простой жизнью человека в рясе, господин. Мы не привлекаем к себе внимания. Возможно. А возможно, тебя никто не знает, потому что ты не слуга Божий, а ассасин! Нет. Паранойя. У тебя такое же одеяние. Они носят ту же одежду, только чтобы вызвать неразбериху и страх. Не поддавайтесь. Хочешь сказать, что я трус? Подорвать мой авторитет? А может обратить моих рыцарей против меня? Ну, как вариант. Нет, я не понимаю, почему вы так говорите. Я не сделал ничего плохого. Я не припоминаю, что в чем-то тебя обвинял. Так почему ты оправдываешься? Чувство вины вынуждает признаться. Я ни в чем не признаюсь. А, не покорен до самого конца. Что вы имеете в виду? Вильям и Гарнье были слишком самоуверены и заплатили за это жизнью. Я не допущу этой ошибки. Если ты слуга Бога, он за тебя заступится. Пусть Творец остановит мою руку! Вы сошли с ума? Неужели никто из вас не остановит это? Он обезумел от собственного страха. Видит врагов там, где их нет. Сноси ему башку. Похоже, люди разделяют мое мнение. Я делаю это ради Акры! По-моему, ты сделал это ради себя. Люди, будьте бдительны! Сообщайте обо всем подозрительным страже! Я сомневаюсь, что этот был последним. Упрямые ублюдки! А теперь за работу! Так, а вот к нему-то подобраться, да. Бля! Сколько у вас там под пирсом-то плавает? Так. Ты ушел туда на корабль. Или ты обратно идешь? На корабле ты должен быть, на корабле. А на корабль попасть? На корабль попасть. Он точно кого-нибудь щебет.
Так, так, так. Бандитам, главное. Можно мне одному нельзя, да, здесь ходить, что ли? Так получается. Держись, держись, держись. Эх, там этот псих еще. Оп. Если никто из вас не поднимет, я сам займусь этим негодяем! Un assassin! Ils ne doivent pas s'échapper! Нет, да тихо. Ты не убьешь меня! Да с чего же это? Как это не убьешь-то? Стража! Остановите! Остановите! Убейте! Да твою ж мать-то! Уйди! Да уйдите вы! Да пошли нахрен! Да. Вот так вот. Спасибо вам, мужики. Хорошо, что я местность подчистил. Не делай этого. Тебе страшно? Конечно, мне страшно. Но ты будешь в безопасности, в руках своего бога. Мои братья ничему тебя не научили. Я знаю, что ждет и меня, и всех нас. Если не твой бог, то что же? Пустота. Только пустота. Ее я и боюсь. Ты неверующий. Конечно, нет. С тем, что я знаю, что я видел. Сокровище было доказательством. Да, и чего же? Что жизнь — это все, что у нас есть. Тогда поживи немного и расскажи, какую роль во всем этом играл ты. Морская блокада. Чтобы глупые короли и королевы не прислали подкрепление, когда мы... Захватите Святую Землю? Освободим ее, глупец. От тирании веры. Свобода? Вы хотели свергнуть власть, контролировать умы людей. Убивали всех, кто не повиновался. Я выполнял приказы и верил в свое дело, как и ты. Так, а теперь надо сваливать. Сваливаем. Хоп. 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 Да. Давай, 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 беги. Будем играть в прятки. По-другому мне никак. Спрятался. Ага, вон один еще только где. Неуклюжие. Сваливайте, давайте, ребята, с крыши. Так. Что-то у них тут паника какая-то. Это не добрый знак. А какой это? Ну и шум это наделал. Я выполнил задание. Сибранд мертв. О да, о да. Поезжай в Масиаф, расскажи Аль-Муалиму о своем успехе. Да, я должен вернуться и поговорить с ним. Об этом и еще кое о чем. Все в порядке, друг мой? Ты выглядишь задумчиво. Все хорошо. Просто занят мыслями. Расскажи мне. Я могу помочь. Сначала я должен все обдумать сам. Но все равно спасибо. Думаешь о тех, кого убиваешь? Ты им сочувствуешь? Как ты... Ах, друг мой. Нельзя наслаждаться жестокостью. Сожаление, неуверенность, сострадание. Это нормально.
Я не должен бояться этих чувств? Ты должен совладать с ними. Из-за них ты остаешься человеком. А если я ошибаюсь? Если эти люди не должны умирать? Если они желают добра? Пошли не той дорогой, но у них чистые мотивы. Альтаир, такие вопросы вне моей компетенции. Возможно, Аль-Муалим ответит тебе. Хорошо. Может быть. Спасибо, Рафик. Вот к нему сейчас и направлюсь. Было честью служить с таким человеком. Отпускайте, давайте. Перемотка на более поздний участок памяти. Ну, цель уничтожена, возвращайтесь к Муль-Алиму. Выдергивает меня опять из анибуса, что ли? Это немного веди. Понимает, что есть узкое окно запуска. Где бы ни спрятано, надо его достать. Работаем над этим. А когда закончите? О нем позаботиться. Мне нужен отчет от вас завтра утром. У меня есть работа, так что я оставлю вас до утра. Поднимаемся. Ты мне ничего сказать не хочешь? Так, ложимся спать. Ничего нового. Теряем время, мистер Майлз. Это какой-то день сурка. Да, да, я иду. Мы почти закончили, знаете ли. И что потом? Узнаем. Может, вам позволят посмотреть, когда все начнется. Это не так ужасно, как кажется. Послушайте, я знаю, что вы не выпустите меня. Так почему бы не рассказать, что происходит? Я не идиот, мистер Майлз. Я думаю, что вы уже многое узнали. Не понимаю, о чем вы. Ну, конечно. Ладно, спрошу вас еще кое-что. Да? Многое из того, что я вижу в анимусе, иногда это кажется неправильным. Лживым, выдуманным. Это не... Что не, мистер Майлз? Не совпадает с тем, что вы прочитали в интернете? С тем, чему учили вас на уроках истории в школе? А из каких таких тайных источников знаний черпали сведения эти так называемые признанные эксперты? Есть книги, письма, документы, самые разные материалы из прошлого. И некоторые из них противоречат тому, что показывает анимус. Любой может написать книгу. И в ней он может написать что угодно. Когда-то люди думали, что Земля плоская. Некоторые еще думают. Да, и пишут об этом книги. Или о том, что высадки на Луне не было. Вроде бы есть даже книга о том, что мир был создан за 7 дней. Еще и бестселлер. К чему вы, док? К тому, что не стоит доверять всему, что вы слышите. Всему, что читаете. Как там говорил ваш предок? Ничто не истинно. И все позволено. Да, именно. И поэтому анимус так необходим. Он не оставляет места искажениям. Место всегда есть. Душе, мистер Майлз. Что ж, я ответил на ваш вопрос. Мы можем начать? Конечно. Дебил, тварь. Ложимся. Нас ждут великие дела. Не спешите. Если вы двигаетесь медленно, у вас больше шансов. Подойди, ученик. Нам надо многое обсудить. Мы уже близко, Альтаир. Лишь смерть Робера де Сабле отделяет нас от победы. Это он отдает приказы. Из его рук исполнители получают золото. И с ним умрет знание о сокровище тамплиеров и угроза, которую оно несет. Я все еще не понимаю, как простая безделушка может натворить столько бед. Частица Эдема — это воплощенное искушение. Посмотри, что она сделала с Робером.
Вкусив ее мощь, он был поглощен ею. Он видел в ней не оружие, которое надо уничтожить, а инструмент, при помощи которого он добьется целей. Он мечтал о власти? И да, и нет. Он мечтал и мечтает о мире, как и мы. Но из-за него Святая Земля погрузилась в пучину войны. Нет, Альтаир. Как ты можешь не видеть этого, когда именно ты открыл глаза мне? О чем вы? К чему стремится Робер и его последователи? К миру, где все будут едины. Я не против его цели. Я разделяю ее, но я не согласен со средствами. Мир нужно заслужить, понять и принять. А он его навяжет. И лишит нас свободы воли. Я не думал об этом с такой стороны. Не копи ненависть к своим жертвам, Альтаир. Такие мысли – яд, и они затмят твой разум. Его нельзя переубедить, отказаться от замыслов. Я говорил с ним. Через тебя. Чем было каждое убийство, если не посланием? Но он предпочел не замечать их. Тогда нам остается лишь одно. В Иерусалиме ты встретился с ним впервые. Там ты его и найдешь. Да не оставит тебя силы в этой битве. Ступай, Альтаир. Закончи дело. Я предупредил его, что ли, там, голубка опустил. Дейнерис выпустила дракона. Ну, откройте окно. Да не голубка опустила, а дракона выпустила. Так, синхронизация. Так, получена новая способность, мастерство меча. Получено оружие, дополнительные ножи. До 15 штук могу, да? А иначе еще что? Да все, давай валим отсюда. Ага. Что делает? Должно быть, бежит. Что хочу, то и делаю. Так, мне надо в Иерусалим. Иерусалим. Так, а что мне надо? Окраина. Если у вас закончились ножи, вы можете взять новые в Масиафе или украсть их. Так, мне надо, ага. Блин, да надо было в бюро тогда. Так, мотанем. Телепортируемся. Итак, вот мы промотали. А теперь выпрыгиваем. Как чертик из табакерки. И у нас задание информатора. Рад видеть тебя, брат. Ты пришел на похороны или за Робером? Одна Я минута. Внимательно следил за слухами, но, увы, мне нечего тебе рассказать. Пока все спокойно. Впрочем, может, Тарик знает нечто, что могло бы тебе помочь. Он где-то тут, поблизости. Расспроси его. Так, ничего себе поблизости. Так, мне надо до него успеть забежать. Смотри-ка. Что он делает? Ну давай, ползи наверх, быстрее, быстрее. Но ведь этому должна быть причина. Опаньки. А потушеньки. Скажите, зачем он это делает? Так, 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 так. Что это? Главное на стражника не наткнуться. Подайте хоть чуть-чуть. Ну где ты? Вот он. Куда он пошел? Как раз вовремя, Альтаир. Я узнал кое-что полезное для тебя. Это приказ стражникам Робера. На этой карте указано, где он планирует их расставить. Надеюсь, она тебе поможет. Так, как этими картами пользоваться, если я их не вижу, если они не отображаются здесь? Давайте допрос. По порядочку будем идти. Так, так, так. Ты так, мой друг, он пошел. Нет. Нет, умоляю, не уходи. Не уходите. Подай мне пару монеток. Твари, все в одной куче собрались. Слишком долго мы делили эту землю. Ух ты. А у меня тут еще вышка даже, да? Проливали кровь тех, кого называли друзьями. Мы все пострадали из-за этого. Но сейчас, сейчас нам дается возможность искупить грехи. Да. Начать все заново.
Заключим же мир с крестоносцами. Сейчас, я заключу вам мир. Заживем единой семьей. Тебе сюда нельзя убирать. Единой змеей, да. Слишком долго мы делили эту землю. Проливали кровь тех, кого называли друзьями. Мы все пострадали из-за этого. Но сейчас, сейчас нам дается возможность искупить грехи. Начать все заново. Заключим же мир с крестоносцами. Заживем единой семьей. Мир. Еще кому-то помочь можно там. Говорили, но немного делали для того, чтобы обрести. Крестоносцы шагают по улицам Иерусалима, но не как захватчики. О нет, в их сердцах нет зла. И мы должны договориться с ними. Так. Забыть былое. Вместе мы, наконец, сможем заключить мир, так долго казавшийся нам недостижимым. Мы должны быть сильными и храбрыми. Должны взглянуть в глаза бывших врагов и назвать их друзьями. Я размечтался. Крестоносцы пришли в Иерусалим, чтобы дать нам возможность прекратить сражение, остановить войну, объединиться. И мы не должны отказываться. Да сколько ты будешь трещать-то еще? Так, пойдем-ка от них подальше, вот в переулочек. Правильно. И... На твоем месте я бы звал на помощь. Похоже, мне придется вмешаться. Но. Еще разок по мордам. Нос на бок. На. Ты говоришь о мире, но слова твои пусты. Нет. Говорю правду. Почему ты не веришь мне? Ты тамплиер. Что из этого? Это значит, ты лжец и мошенник. Как и твой хозяин. Где он? Что он задумал? Он ищет лишь мира. И делами доказывает это. Он христианин на мусульманских похоронах. Мы хотим положить конец войне. Лишь потому, что война мешает вашим планам. Но наша цель благородна. Мы объединим страну под нашим флагом. Объедините путем силы. Вы поработите нас всех. Это вам на пользу. Нет, это не так. И пока я и мои братья живы, мы этого не позволим. Так, сваливаем. Что здесь произошло? И поможем человечку сейчас. Пара монет. Я прошу всего лишь пару монет. Он может вам пригодиться, потому что в дальнейшем... Ты умрешь здесь и сейчас. Куда? Тебе конец! Да, вот так не зашло. Подрежем немножко. Хорошо, что ты так вовремя, монастырь. Еще минуты, и они бы совершили задуманное. Я обязана тебе свободу. О, Боже. Так, что у нас здесь? Задание информатора. Кто мог сделать такое? Лучники, как я понимаю. Вы не понимаете, у меня не совсем понимаю. Ничего нет. Ну и хрен с собой. Я хочу есть, я так голодна. Подайте хоть чуть-чуть. Отколупнись. Худая жизнь. Не стоит ему так бить. Я-то думал, что это я, Степой. Так. Может, за ним кончится? Альтаир, друг мой, ты должен помочь. Малик велел мне убить несколько лучников, чтобы наши братья не были стеснены в перемещениях. Обычно трудностей не возникает, но тут эти похороны. Порядок в городе. Сейчас поддерживают самые лучшие стражники. Мне с ними просто не справиться. У меня к тебе две просьбы. Пожалуйста, убей лучников и не говори ничего Малику о моей неудаче. А взамен я расскажу тебе все, что мне известно о планах Робера. Хорошо. Так.
ума? Ну, пойдем сюда. Первый есть. Так, не дотягиваюсь, ладно. Убейте его! Не кричи. Так, так, так. Ушел. Где ты? Убейте его! Тихо, не кричи. Еще один раз здесь. Убирайся. Тебе нельзя здесь находиться. Хорошо. Сваливаем сюда. Где ты? Тебя не вижу. Вот в этой будке, что ли, сидишь? Да, походу, дело в будке. Как мне тебя достать оттуда? Не дайте ему! Тихо. Кричишь. Нет, умоляю, не уходите. Подайте пару монеток. Вот, все вроде бы. Задание выполнено. Блин. Хоть что-нибудь. Пошла для больной, голодной нищенки. Что он делает? Ни копейки не дам. Тихо, тихо, тихо. Я так тебе благодарен за помощь. Малик никогда не простил бы мне неудачи. Вот что я знаю. Прямое нападение на кладбище обречено на провал. Там слишком много стражи. Но можно прикинуться ученым. На похоронах их будет достаточно. Это потребует усилий, но так точно будет безопаснее. Так, что у нас следующий? Следующий у нас... А, о, подслушать. Так, надо только ножи сначала еще восстановить по дороге. Он только что врезался в человека. Как это произошло? Нет, умоляю, не уходи. Уходите. Подайте пару монеток. Так. Взяли. Уходим. Так, тут где-то лестница была. Вот она. Лестница, лестница. Текс. Да ё-моё, как так вышло-то? Артек Биранда Мьёк. Ла настатьёру дура алейхи фи айи макан. Успел убежать. Текс, текс. Хм.
Там, где не надо. Я тебя поймаю! Еще разок. Еще разок. Еще разок. Еще разок. Еще разок. Вот так или не вот. Я знаю, это который упал вот так. Seni gözüm kapalı bile Я не могу. Убирайся, черт! Буроя! Что ты делаешь? Иди прочь! Бурда! Кель Буроя! Не больно иметь истёшен! Оболоин! Я! Чеме больно иметь истёшен! Кельте паркинда дейлсы нам аляза да прайды! Вали его, вали его! Так, где спрятаться можно? А вот, все. Стража, я видел этого убийцу! Ты их видел? Нет, но я слышал слухи. Это правда? Рыцари-крестоносцы в Иерусалиме? Это так. И что? Они отличаются от других. Хорошо одеты, привезли дорогие дары. Надо бы избавить их от этой ноши. Они встали лагерем у цитадели Давида, недалеко от кладбища. Чтобы быть на похоронах? Похоже на то. Тогда мы наведаемся к ним в лагерь. Так. Вот и еще одна миссия была выполнена. Так. Текс. Что у нас? Кража. Ну, воровать нехорошо, конечно, но мы этим все равно промышляем. Ну смотрите-ка, не было критического падения-то. Даже штучка одна не снялась. Отойди. Отойди с дороги. Кража. Пара монет. Я прошу всего лишь пару монет. Отойди. Пожалуйста, господин, подайте. Нет, умоляю, не уходите. Подайте пару монеток. А! Я пугал, сейчас тебе дам. Умоляю вас, господин. Всего пару монеток. Вы не понимаете, у меня совсем ничего нет. Нарачакиль. Да, новые времена. Ну, вот так вот. Какой кошмар. Благородное дело сделал. Возьми карту и расставь стражников, как на ней показано. Во время процессии мы будем в безопасности, а вот похороны... Врагам слишком легко спрятаться в толпе. Если вы так обеспокоены, почему бы вашим людям не обыскать местность? Наше присутствие здесь и так порождает волнение. Представляю, что будет, если народ узнает, что мы топчем их священную землю. Возможно, вам вовсе не стоит присутствовать.
Он был нашим другом и братом. Мы воздадим ему все полагающиеся почести. Ты оскорбляешь меня своим предложением. Я расставлю людей. Мне не нужна неприятность. Так перестань болтать и займись делом. Так, мне еще отсюда вырваться надо. Что здесь произошло? Вот так, успел. Теперь я смогу спокойно выйти отсюда. Вот я пошел. О, Господи, почему вы на них не нападали? Придурки. Где-то, где подняться можно? Ага. Вот давай, вот здесь. Поднимешься? Поднимешься. Все. Теперь. Блин. Хоп. Опа. Вот так. Нормально. Так. Задание информации.